Мир посмотреть и себя показать. Руководители органов культуры Республики Татарстан в составе делегации впервые совершили визит в Московскую область. Цель – обменяться мнениями с российскими коллегами и обозначить дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. В делегации наибольшее количество – это работники культурно-досуговых организаций. То думаю, что самое наше такое главное будет на перспективу сотрудничества, сегодня состоялось знакомство, это в вопросах сохранения нематериального культурного наследия, развития и поддержки национальных культур. Во время двухдневного визита татарская делегация посещала несколько муниципальных образований и самые интересные учреждения культуры Московской области. Одним из таких стали город Видное и детская школа искусств. Город симпатичный, уютный. Но вот то, что мы пока увидели, конечно, школу восхитило. Для татарской делегации многое было в новинку. Их поразило как само здание школы, так и количество преподаваемых в ней предметов. Разочарованными гости не остались. Мы усвоили то, что, наверное, первое, то, что кроме Москвы есть действительно Московская область. Потому что благодаря телеканалам российского телевидения мы слышим больше только столица Российской Федерации. А Московской области мы практически ничего не слышим. В будущем такие встречи планируется проводить регулярно, причем не только с Республикой Татарстан, но и с другими гостями. Ведь обмен культурным опытом никогда не бывает лишним.